Добрый день! Сегодня у нас на обозрении Kite Ayres круизер SR 17 квадратных метров. Надувной Kite Ayres предназначен для фрирайда, гонок и прыжков на крюке. Конструкция кайта Cruiser SR – это плоскоарочный кайт с высоким геометрическим удлинением 5,8, что позволяет ему очень хорошо идти на ветер и слив. Изготавливается в размерах 7, 11, 13 и 17 квадратных метров. В комплектацию кайта входит сам кайт, рекомплект и рюкзак. Опционно вы можете заказать планку со стропами 25 метров и насос. Ayres Cruiser SR можно сравнить с такими кайтами, как Ozone Edge, Cabrina Contra, Slingshot Turbina, Kiteleaf Corona, Crazy Fly, Hipper. Если упустил какие модели, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кайт хорошо сшит и сделан из качественных материалов. Ayres SR обладает широким диапазоном, что очень поражает, потому что с таким удлинением у него должны быть совершенно другие характеристики. На SR-ке я докатывал и уходил на берег, когда сила ветра достигала 11-12 метров в секунду. На кайте приятно прыгать на крюке, и у него достаточно высокий hang time в сравнении с другими надувастиками. Кайт прекрасно справляется со своими функциями на слабый ветер. Он тянет по воде буквально с 4 метров. На снегу и того раньше. Но здесь надо быть готовыми, нужно приспособиться и приноровиться производить рестарт этого кайта в слабый ветер. Из-за большого удлинения могут возникнуть сложности, особенно на воде, поэтому лучше сначала потренироваться на мелководье, чтобы не было потом проблем на глубине. Ayres Cruiser SR доставит массу удовольствия начинающим и опытным кайтерам, гонщикам и любителям прыжков, для тех, кто ищет кайт на лайтвинд. Отличные аэродинамические характеристики, которые просто необходимы для победы в гонках, удачно сочетаются в Cruiser SR с очень комфортным поведением. С вами был Андрей Нарубин, кайт-школа Kite на ура. Спасибо за внимание.